Доброго всем дня, еще раз 13-я пятница. Иван, по-моему, посмотрел видео, да, сделал замечание, что я не акцентировал внимание на масле. Пользуюсь давно, масло для разделочных досок, кухонной посуды, деревянных игрушек. 0,5 литра, расход 12,5 метров, цвет бесцветный. Читаю, вот вторая бутылка. Чего оно, для чего оно? Вот еще раз картинка. Увлажняет древесину, сделает ее крепче, исключает растрескивание, глубоко проникает в структуру древесины, создавая дышащую, устойчивую к образованию пятен поверхность антистатическую, предотвращает развитие бактериальной среды, грибка, плесени, так, создает дышащее покрытие, не имеет запаха и цвета, не влияет на вкус продуктов. Высыхает полностью за 24 часа, подчеркивает естественный вид и текстуру древесины. Не выделяет токсичных веществ, не содержит растворитель. Это все вот здесь мелким почерком. Производитель, город Сергиево-Посад, городской поселок там Сергиево-Посадский. Понравилось тем, что действительно оно не содержит никаких импригантов, растворителей, добавок химических, запаха не имеет, масла не имеет. Первый слой на хорошо ошкуренную изделие, поверхность ложится практически сразу, всасывается просто деревом, хорошо отшлифованное. Вот дуб, ясень у меня, что была груша, хорошо впитывается. И потом через сутки второй раз, иногда третий раз. Вот такое масло, Иван, я использую. Оно мне нравится. Другие масла есть, там всяческие разные масловоски. Сегодня буду делать масловоск из натуральных продуктов, покажу как. Дали мне воск, есть льняное масло купил и канифоль. Кстати, по цене. У нас оно стоило 2 года назад 13 белорусских, баночка 0,5 литра вот это. Но это где-то было, так, сейчас скажу, $5. То есть где-то 350 рублей российских. Сейчас оно в 2 раза дороже. Ну, запас пока есть. Взял штук несколько. Вот такое масло. Мне оно нравится. Если надо что-то затонировать, я тонирую чем-то другим. Бальзамом Акватексом, он тоже неплохо, не вонючий. По дубу. Либо морилка, либо обжиг. Но масла тонирующие я не использую, поскольку в основном доски разделочные, блюда под пищевые продукты. Да, вот эту, допустим, филин высыхает, его можно чем угодно, он будет висеть в составе полки, поэтому особо токсичных веществ у меня все равно нету, поэтому будет нормально. Вот. Ну а что касается масла, по-моему, подробно все рассказал. Сергиево-Посад, Сергиево-Посад, ну вот такое масло замечательно выпускает. Все, всем добра, всем благ.